Приветствую смотрящих. Привет, знакомимся. Меня зовут Олежа. Очень приятно, а меня Алиса. Зацени музыку. Открываю. Я буду Алисе музыку включать, у меня техническая возможность есть, кстати. Так, хорошо, чё-то, как дела у тебя, малышка, солнышко? Все хорошо, спасибо. А у вас? Меня не очень, я в России живу. ДР, поэтому я хочу. Может быть, о чем-нибудь другом? Ну, не знаю, можно об американцах поговорить. Джо Байден! По данным русской Википедии... Путин красавчик. Главное, чтоб вам нравилось. Чего? Я не утвердил! Меня слышно корректно, всем понятно было, что это вопрос. Как относишься к Путину? Сначала дайте мне избирательные права, а потом спрашивайте, хорошо? Мне бы кто дал, ну ладно. Нормально отвечает, кстати, сейчас. Давай поболтаем, чешо. Дядь, так видосы выкладываешь. Можем поболтать ни о чем. Просто скажите, Алиса, давай поболтаем. Ну, Алиса, давай поболтаем. Если хотите просто поговорить, скажите, Алиса, давай поболтаем. Давай поболтаем. Разговоры, это мое. Если устанете, скажите, хватит болтать. Я... меня депрессия, не знаю, что делать. А от чего депрессия? Николай не подрубает. А кто он такой? Полный что опять он лет. Сделал? Можешь, пожалуйста, да колени п***ть хотел. Для меня это многое значит. Это не по-мужски. Может, он просто не в настроении? Ну да, тогда прощаю, получается. Вот и правильно, а то еще поссоримся ненароком. Ты очень мудрая женщина, ты знала? Я знаю, что я не только женщина, но и умная женщина. Зачем повторяешь? Это не я, это народная мудрость. Короче, я купил там 2 акции Яндекса, как у нас дела обстоят? У вас это где? В Альфа-инвестициях. А подробнее? Ссылку можно? Какая тебе разница? Что у нас там в компании Яндекс, как дела обстоят? Я любопытная. Нормально все у Яндекса там? Это хорошо. Чем занимаетесь? Тупая. Я ее спрашиваю. Алло, что вы осуждаете? Извини, пожалуйста, я не очень корректно сейчас высказался. Владимир, хорошо, извинения приняты. Так новостями. Просто, даже цветочков не надо, нормально. Почему не надо-то? Чем мне пользоваться? У меня Spotify не работает. Вы обращались в нашу техподдержку? Spotify не работает. Странно. У меня работает. Нормально подъебало-то. Нахуй. Думала, чтобы такое ответить, да не придумала. Я тоже, кстати, не пользуюсь Яндекс.Музыкой, вообще хуйня полная. Я понимаю вопрос, но тема не моя. Это нормально. Ну, Spotify нормальная тема, кстати, да-да-да, вот я вам скажу. Она даже знает, прикиньте. Spotify не работает. Странно, у меня работает. Яндекс.Музыка не работает. А вы пробовали выключить и снова включить? Ну, да прикольно, я еще и постучать пробовал, кстати. Не помогает. Может, у вас мышка поломалась? Я же рукой делаю это. Как здорово. Научите меня? Че, я только не научу рукой делать. Научите меня стучать по клавиатуре. Слышала? Что-то интересное слышали? Поделитесь, пожалуйста. Я не слышала. Сколько тебе лет? 14. А вам? Что за хуйня, блядь?